Библейский портал экзегет.ру представляет. Досточтимые друзья, братья и сестры, мы продолжаем наши занятия по Евангелию от Луки. И сегодня мы будем изучать 21 главу этого Евангелия. И первая тема – пожертвование бедной вдовы. И мы читаем с 1 по 4 стих. «Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу, увидел также бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». Итак, в этом тексте рассказывается о том, как в сокровищницу храма собирались пожертвования на храм. И богатые приносили свои дары, и бедные приносили свои дары, но богатые давали от излишек своего богатства, а бедные давали то, что могли, и вдруг появляется вдова, которая отдает все, что имела на этот день, то, что соответствовало дневному пропитанию, то есть на этот день она останется без всего. Усердие от избытка не является подлинным усердием, потому что в этом случае человек, конечно, может благодарить Бога за тот достаток, который он имеет, например, отделяя десятую часть от всех своих доходов, и ничего плохого в этом нет. Но иногда между богатыми возникает некая такая состязательность, когда один хочет перещеголять другого в принесении даров на нужды церкви. И вот здесь мы наблюдаем такую ситуацию, когда они действительно в таком состязательном пребывая состоянии, каждый приносил что-то от себя, и очень торжественно они все это передавали в сокровищницу храма. Христос учит, что когда мы творим милостыню, мы не должны трубить перед собой. Но, как я уже ранее объяснял, в этом случае они именно трубили перед собою в шафары, этим самым подчеркивая значимость своих деяний. Они приходили со своими слугами, рабами, которые обеспечивали такую звуковую какофонию. А эта бедная вдова, одинокая женщина, она просто не имела возможности трубить перед собою, да она и не хотела этого делать. Скорее всего, она даже стыдилась той малой суммы, которую она решила пожертвовать на храм. Но в глазах Бога это было подлинное пожертвование. И она сподобилась божественного одобрения, потому что все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. Это не означает, что мы ничего не должны оставлять себе. Но это означает, что мы даже самих себя должны посвящать всецело Богу. Ибо сказано: все, что вы не делаете, делом или словом, делайте во имя Иисуса Христа. Таким образом, оставляя что-то для себя, мы это делаем во имя Бога, так как мы Боговы. И жертвуя что-то во имя Иисуса Христа,
мы совершаем свое служение перед Богом. Подлинная благотворительность, она не предполагает ответного вознаграждения. И слово «хесед», еврейское слово «хесед», означает милость, которую дают беспричинно, не имея в виду, что в ответ на эту милость что-то получат. А богатые люди реально получали уважение. И в нашей стране очень много богатых людей, они тоже жертвовали на храмы, и даже на некоторых храмах делались таблички с именами этих благодетелей, но через какое-то время имена этих благодетелей были на других табличках, их разыскивает полиция, потому что многие из них делали свои деньги на криминале, и потом они оказались в конфликте с властью, и таким образом их имена, запечатленные на храмах, это в некотором смысле, конечно, можно расценивать как плод покаяния, потому что они могли бы построить не храм, а, например, казино. Но, с другой стороны, в 4 книге царей сказано прямо: пожертвование на храм за грехи не принималось. То есть есть запрет, библейский запрет, жертвовать за грехи на храм. Имеется в виду, что и само происхождение этого капитала может быть греховное. Человек мог приносить на храм не жертву умилостивления за грехи, в этом случае он мог принести барана, а когда он приносил денежные средства на храм, он мог приносить из желания отблагодарить Бога, но не за грехи. Прославить Бога, но не за собственные грехи. Иначе бы храм оказался бы всецело построенным за счет чьих-то грехов. В свое время, когда в Ватикане стали строить величественный собор апостола Петра, то для того, чтобы собрать нужную сумму денег, католики начали продавать интеллигенции по благословению римского папы. И в Германию тогда прибыл некто Тецель, который продал огромнейшее количество интеллигенций, в которых отпускались грехи, как уже содеянные, а в некотором случае, может быть, и те, которые еще не содеяны. И когда подводы с деньгами ехали в Рим, то итальянцы смеялись и говорили: вот подводы с немецкими грехами, вот сколько много грехов у немцев. Поэтому усердие даже в храмостроительстве иногда осуществляется не совсем правильно, в том смысле, что жертва за грех на храм не принималось. Это галахическое определение, но в той же 4 книге царей сказано, что эти деньги отдавали священникам, которые соглашались молиться за этого богатого грешника. Жертва бедной вдовы – это кошерная жертва, кошерная, чистая, в ней нету примеси чего-то преступного, греховного. Это незначительная сумма, но для этой женщины это значительная сумма. Это все ее дневное пропитание. Таким образом, Господь смотрит не только на наши дела с точки зрения, много или мало мы сделали, но Он прежде всего смотрит на намерения наших сердец. И это для Бога имеет значительно большее значение, чем нежели какой-то результат, которому мы можем сами придавать значение, но в глазах Бога
это лишено смысла. И далее мы читаем: «И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». Учитель церкви Ориген пишет: «Всякий человек, который принимает в себя Слово Божие, есть храм. И если после согрешения он не полностью отпадает от Слова Божия, но еще отчасти сохраняет в себе следы веры и благоговения перед заповедями Божьими, то он есть храм, отчасти разрушенный, а отчасти стоящий. А кто после согрешения не проявляет о себе заботы, но все время отвращается от веры и жизни по Евангелию и постепенно приходит в негодность, пока полностью не отпадет от Бога, живаго, тот есть храм, в котором не останется камня вероучения на камне заповедей Божьих, который сокрушен». Действительно, для нас очень значимым храмом является храм нашей собственной жизни, нашего собственного тела, ибо в этом храме иногда обитает Христос. Когда мы причащаемся телу и крови Иисуса Христа, то происходит очищение не только нашей души, нашего духа, но и нашего тела, ибо эта благодать доходит до разделения составов и мозгов, судит намерения и помышления наши. И если мы не заботимся о храме нашего тела, если мы ведем разнузданно греховный образ жизни, то Бог покарает нас не только за то, что мы нарушили заповеди, но и за то, что мы разрушили храм собственной жизни, собственного тела, нанесли непоправимый ущерб своей душе и своему духу. Человек лично ответственен перед Богом за свою собственную жизнь. Как сказано в Писании, что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп он даст за душу свою. И далее мы читаем: «И спросили его учитель, когда же это будет и какой признак, когда это должно произойти». Слово Божие, оно многогранно. И когда Христос говорит, что не останется камня на камне, Он говорит не только в аллегорическом смысле, в применении к жизни отдельно взятых людей, но Он говорит и о тех событиях, которые приближались. Христос покидает эту землю в день Вознесения в 33-м году, а уже в 70-м году происходит разрушение Иерусалима и Иерусалимского храма. Причем римляне так разрушили Иерусалим и храм, что они буквально повелели рабам разломить пополам каждый кирпич и пройти плугом через центр Иерусалима для того, чтобы таким деянием оскорбить евреев, показать, что их царство, оно теперь во прахе. Поэтому эти слова исполнились в очень близкое время после того, как они были сказаны. То есть то же поколение людей, которым были обращены эти слова Христа, они потом были свидетелями того, что случилось с этим городом. Но Иерусалим – это и образ спасенной души. Спасенной души верующего человека,
ибо Иерусалим – это святой город, в котором был храм, и в душе верующего человека присутствует Христос. Но если своими дурными деяниями мы изгоняем Христа из своего сердца, из своей жизни, то придут легионы не римских солдат, а легионы бесов, чтобы растерзать Иерусалим наших душ. Поэтому, как мы воспринимали вход Господень в Иерусалим, как вход Христа в нашу жизнь, также аллегорически мы должны воспринимать и многие другие моменты, связанные с действиями Христа, потому что все, что делал Христос, Он делал нас ради человека, нашего ради спасения, как в общем, так и в глубоко индивидуальном, личном смысле, касательном каждого из нас в отдельности. И спросили его учитель, когда же это будет и какой признак, когда это должно произойти. Апостолы спрашивают Христа на Илионской горе. Ориген пишет: «Я думаю, что Илионская гора таинственно изображает церковь из язычников, в которой посажены маслины, некоторые из которых могут сказать: „А я, как плодоносная маслина в Доме Божьем“. А возможно, и на этой Илионской горе корни – суть доброй маслины, а ветви, привитые на месте ветвей, дикие маслины, которые отломились неверием. А земледелец, сидящий на Илионской горе, это Слово Божие, утвержденное в Церкви. Христос, который всегда прививает ветви дикой маслины к доброй маслине праотцев Моисея и других пророков, чтобы, восприняв тучность от святых пророков, благодаря чему они должным образом понимают смысл сказанного ими и принимают Христа, о котором они пророчествовали, принести обильный и более тучный плод, отвергнув ясное дело прежние маслины из-за проклятия, которое было в законе, чтобы их нельзя было использовать». Ориген здесь рассматривает вопрос о природной маслине и о привитых ветвях, все-таки настаивая на том, что Илионская гора символизирует собой церковь. Почему церковь? Потому что только церковь имеет правильное представление о прошлом, о настоящем и о будущем. Мир, всякие политтехнологи, всякие деятели от философии, от политики, они иногда пытаются прогнозировать будущее, но, как правило, всегда ошибочно, потому что они не видят всей картины. А мы, благодаря Священному Писанию, видим всю картину происходящего. Как я вам уже объяснял, повторюсь для тех, которые не слышали. С чего начинается Библия? Вначале сотворил Бог небо и землю. Чем оканчивается Библия? Апокалипсисом, в котором рассказывается о том, как все это закончится. Мы рождаемся в этот мир, кто-то родился в 60-х годах, кто-то в 70-х, проживаем какое-то время, потом умираем. Мы не видим всей картины. Мы не видим, как все это началось. Мы не можем понять, как это кончится, распознать свое положение в истории. Но когда мы изучаем Библию, мы видим самое начало. Вначале сотворил Бог небо и землю. И мы видим весь процесс существования рода человеческого, свое положение в истории и апокалипсис, конец этого мира. Таким образом, Писание как бы раздвигает рамки нашей жизни.
когда мы можем созерцать то, что было до нас, реально оценивать то, что происходит при нас, и реально рассматривать то, что будет происходить после нас до самого конца. Только божественное откровение может предоставить нам такой диапазон ведения. Итак, ученики спрашивают: «Учитель, когда же это будет и какой признак, когда это произойдет?» Надо прямо сказать, что есть некая праздность в этом вопросе, когда это будет и когда это произойдет. Потому что, как я опять же часто объясняю, смерть каждого из нас – это и есть личный апокалипсис. А если мы все время задумываемся об историческом апокалипсисе, когда же весь мир придет к своему концу, здесь есть некая праздность. Почему Господь скрыл от людей дату своего пришествия, кончины века? Для того, чтобы люди пребывали в состоянии бодрости, ожидая, когда это произойдет. И все мы знаем, что это произойдет при нашей жизни, как это знали первые христиане, потому что смерть каждого из нас – это личный апокалипсис. А наступление исторического апокалипсиса – это не суть что-то важное. Это то, что неизбежно. И большая часть людей, они не вступят в последний исторический апокалипсис. Ни первые христиане, ни христиане последующих веков, христиане средневековья, все эти верующие мужчины, женщины, дети, старики, они не вступили в исторический апокалипсис, но каждый из них пережил свой. Поэтому для кого-то саранча из бездны, апокалипсическая саранча из бездны, это, например, в средневековой Руси татаро-монгольское нашествие. Вот это была настоящая саранча из бездны, которая жестоко уничтожала православные христианские города, уничтожая местных жителей. Для кого-то саранча из бездны – это немецко-фашистские оккупанты, которые напали на нашу страну, которые уничтожили более 20 миллионов наших соотечественников. А в XIX веке саранча из бездны – это в 1812 году войска Наполеона, которые вторглись на Святую Русь. Точно так же об антихристе. В некотором смысле Батый был антихристом, Чингисхан был антихристом, Наполеон уж точно очень похож на антихриста. И Гитлер, и тому подобное. Как и Нерон, первый гонитель христиан, был зверем из бездны, как его называет апокалипсис. Но мы не можем переделать свою природу. Нас все-таки интересует, когда это будет. И первое, что отвечает Христос, Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не вели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я. И это время близко, не ходите вслед их». Ориген пишет: «Теперь взойди к нравственному и духовному пониманию. Если каким-то образом ты можешь найти некоторый смысл, достойный совершенства, знания Христова и ясности изложений евангелистов, посмотри, вспомнив вышесказанные слова Господа: многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят. Можем ли мы, согласно той последовательности рассуждения, толковать эти слова? Итак, всякий, кто совершен и видит в своей душе славное пришествие Слова, низлагающего и приводящего к завершению этот мир, и распинающего его в праведном муже, чтобы в нем умерли все мирские дела, и кто обладает развитой способностью восприятия, тот по необходимости, исследуя, рассуждал, вступает
во многие войны вероучений. Ориген со свойственным ему вниманием опять все это проецирует на отдельно взятого человека. Оказывается, дух лжехриста может проявиться в душе каждого верующего, когда мы будем руководствоваться не Евангелием, а своим личным желанием в своих действиях, поступках, намерениях, проявляя их как акт похоти. Что происходит, когда, отвергая евангельскую заповедь, мы подчиняемся своему вожделению? Мы провозглашаем свое желание, мы провозглашаем свое желание выше заповедей Христа. То есть мы свою волю ставим выше воли Бога. Таким образом, дух Антихриста может проявляться в нашей жизни. Но с другой стороны, совершенно очевидно, что лжехристы, лжеапостолы, лжепророки были в самые разные времена. И буквально на днях в Германии, в городе, где жил Карл Маркс, поставили огромную его статую, потому что ему исполняется 200 лет. И в честь этой даты круглой поставили ему огромный памятник за счет китайцев, которые оплатили этот проект. Лжепророки – это те люди, которые нам что-то обещают в будущем, которые все время обнадеживают нас, которые не зависят от сложных экономических ситуаций, которые, будучи во власти, пользуются всеми благами. И как заклинатели змей, они заклинают собственный народ и говорят: «Жить стало значительно лучше, происходит ускорение нашей экономики. Мы вышли из стагнации». Помните, как при Сталине говорили в период расцвета гонений: «Жить стало лучше, жить стало веселей». Но и современные политики, те же самые лжепророки, которые предлагают обманчивые иллюзии, чтобы заворожить народ, заговорить народ, чтобы люди сами поверили то, что они стали жить лучше, хотя реально люди этого не ощущают. У них не хватает средств от зарплаты до зарплаты, и это реальность, в которой мы живем. Но эти лжепророки очаровали нас. У этих лжепророков есть лжеапостолы, которые пропагандируют их, которые устраивают всякие ток-шоу, чтобы подчеркнуть значимость той или иной персоны. И так происходит во всем мире, так происходит в Америке, так происходит в Австралии, в Западной Европе, в России, в Африке. Но есть лжехристы, которые выступают с позиции псевдорелигиозных культов. Например, под Минусинском есть некий Виссарион, на самом деле Сергей Тороп, бывший работник ГАИ, которого уволили. И он вдруг объявил себя Иисусом Христом и начал строить город Солнца под Минусинском. И туда собрались тысячи и тысячи интеллигентов из Москвы и Санкт-Петербурга, которые очарованы его, как им кажется, экологически правильным взглядом на мир. Были другие лжехристы в Корее. Умер Сен Мён Мун, основатель так называемой церкви унификации, который прямо говорил о себе, что он Христос, и требовал, чтобы его обеспечивали финансами. И аргумент был такой: так как Мессия, Христос должен быть богаче всех, поэтому надо собирать больше денег. И таких было очень много. Они появлялись, существовали какое-то время, потом они пропадали в небытие, или их убивали, или они сами умирали, но память о них стирается. Итак, Христос говорит: не ходите вслед их,
Не бегайте за этими лжепророками, за этими заклинателями змей. Не ходите за этими лжехристами, эти всякие культы ложные. Они представляют опасность для бессмертия человеческой души. Поэтому мы не приветствуем никакие спекуляции, ни религиозные, ни политические, ни националистические, потому что спекулятивный характер обнаруживает безнравственное начало в действиях таких людей. И неважно, действуют ли они от мира политики, от мира бизнеса или прикрываются религиозными постулатами. Далее Христос говорит: «Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тот час конец». Мы каждый день слышим о войнах, о смятениях, которые происходят в народах, всякие военные конфликты, которые то затухают, то с новой силой воспламеняются. И эти процессы, они наращиваются во всем мире, становятся все больше и больше. Мир, возможно, перешел ту грань, за которой уже начинается Третья мировая война. И эти процессы приобретают необратимый характер. Почему это происходит, например, в наше время? Если бы меня спросили бы, какой политик лучше был бы для современной России из тех, которые на нашей памяти, я бы сказал такой, например, как Брежнев. Почему? Этот человек прошел войну. Он не был маршалом. Он не был маршалом. Он был полковником, полевым полковником. Он воевал в этой грязи, под этими пулями. И он знал цену войне. И когда этот человек пришел во власть, он стал бороться за мир. И ему очень повезло. Главы Америки тоже были ветераны войны. Мало кто знает. Например, президент Кеннеди был боевой летчик, который участвовал в боевых вылетах во время Второй мировой войны. Эйзенхауэр был маршалом, генералом. И все эти люди, имея опыт, негативный опыт войны, понимая, как это опасно, они боролись за мир. Они подписывали мирные соглашения. Они подписывали документы о разоружении. Для них это всех было очень важно. А сейчас к власти пришли люди, которые не знали войны. Которые, может быть, играли в войну, как в детстве мы говорили, войнушку. У них нет страха перед этим потом, кровью, перед этой грязью военных действий, событий. И иногда складывается впечатление, что у некоторых на головах какие-то боеголовки, потому что их мысли все заняты вот этим вооружением. И военные слухи, они будут провоцировать военные конфликты, как военные конфликты будут порождать смятение. И смятение завладело многими людьми. А средства массовой информации, смотрите, как по-разному они все объясняют. У нас в стране, за границей, везде ложь, везде фальсификация, везде обман, и мы не видим правды. Как к одному старцу зашли в келью и спросили: у вас нет телевизора, как же вы узнаете о новостях? Он открыл Библию и показал: мир во зле лежит. Какие новости могут быть? Если бы появились бы реальные какие-то изменения в жизни людей, потребовалось бы новое откровение от Бога. Ничего не меняется, поэтому откровение одно и то же. Как премудрый Соломон говорит: если тебе скажут вот что-то новое, не верят, а забытые старые. Люди по-прежнему безответственны. По-прежнему они идут путем греха. И от их личных амбиций, переживаний рождаются ужасные катаклизмы, которые губят целые народы.
Помните, был такой американский президент, у которого были конфликты с практиканткой в Белом доме. И для того, чтобы отвлечь всех от этого скандала, он развязывает войну на Ближнем Востоке и начинает наращивать какие-то военные действия. То есть эти люди, они переполнены всякими вожделениями. Эти вожделения провоцируют их на какие-то военные действия. Или другой европейский политик, который получал деньги от Ливии, огромные миллионы и миллионы, которые надо было возвращать. Но вместо того, чтобы вернуть эти деньги, он начал войну против этой страны. Представьте себе, у вас есть сосед, и вы взяли у него взаймы огромную сумму денег, и вы не хотите возвращать, вы идете, не дай бог, убиваете его, вы убийца, преступник. Но если делается то же самое, но при этом убивается огромное количество людей, то какая логика у политиков? Она очень безнравственная. Убийство одного человека, говорят они, это убийство. А убийство многих – это статистика. Вот в таком циничном мире мы с вами живем. Таких циничных политических лидеров мы можем наблюдать. И Писание категорично. Не надейтесь на князя, на сына человеческого. В них нету спасения. Любой военный конфликт воспламеняется напрямую из глубин ада, когда один человек восстает на другого. Ведь не случайно первый человек-убийца называется сам дьявол. И те, которые последуют ему, они как дети дьявола. Сказав о войне и военных слухах и о смятениях, Христос добавляет: «Но не тот час, конец». Тогда, сказал им, восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, великие знамения с неба. Оказывается, что Христос, когда говорит о войнах последнего времени, как признак кончины века, Он имеет в виду не просто войны, когда один народ воюет с другим, а Он имеет в виду глобальные или мировые войны. Поэтому Он говорит далее: «Восстанет народ на народ и царство на царство». То есть это будут глобальные мировые конфликты. И в истории XX века мы имеем две мировых войны, и, возможно, уже сейчас вступаем в фазу третьей. Будут большие землетрясения по местам. Кстати, количество землетрясений реально усиливается, увеличивается. Ученые это связывают с экологическим кризисом. Но с чем бы они это ни связывали, это та реальность, о которой уже сказал Христос. И глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. А в Евангелии от Матфея даже сказано: все же это начало болезней, будут еще и новые болезни. Лучевая болезнь после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки – это проблема многих поколений японцев после того времени. Люди рождались уже с последствиями этих лучевых болезней. СПИД. Разве СПИД – это не новая болезнь, которую не знали в прошлые века? Но так как в наше время неистовство греха усилилось, то появляется такая болезнь. Златоуст пишет: «Войнами и слухами о войнах, как я и прежде сказал, Он, Христос, называет смятение, имеющее быть у них. Далее, так как, о чем я и прежде сказал, ученики думали, что за этой войной последует конец, то смотри, как Спаситель
успокаивает их, говоря: «Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, говорит, и царство на царство». Он разумеет начало бедствия иудеев. Все это начало болезни, то есть то, что с ними случится. «Тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас». Заблаговременно упомянул Христос ученикам об их собственных бедствиях, которые облегчаются общими несчастьями. То есть Христос, сказав о войнах, как бы в утешение говорит: «Но это еще не конец, то есть все не погибнут в войне. Самое тяжелое будет впереди». Ужасное явление и великие знамения с неба. А кто покажет великие знамения с неба? Антихрист. Он покажет великие знамения с неба. Он будет сводить огонь с неба. Он будет действовать в глазах людей как сила Вселенной, как пророк над пророками. И он обольстит многих религиозных лидеров. И далее Христос говорит: «Прежде же всего тогда возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо Я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое». Вот эти времена мы переживаем. Я вот вспоминаю, когда было тысячелетие христианства на Руси, я был семинаристом, и тогда менялось отношение к церкви. Горбачев тогда впервые встретился с иерархами церкви. И с этого времени, где-то до 90-го, 95-го, 98-го года, церковь была очень популярна на нашей земле. В период тысячелетия крещения Руси многие поехали креститься, многие венчались. Этот процесс продолжался в 90-е годы. Но потом, как будто кто-то включил обратный отсчет, отношение к церкви, верующим стало ухудшаться, ухудшаться и ухудшаться. Если в советское время я мог спокойно идти в подрясники по улице, то сейчас это уже небезопасно. Потому что на церковь и на служителей смотрят с пренебрежением. И поток грязи, клеветы, всяких измышлений на весь народ Божий. И нас ненавидят только за то, что мы христиане. За то, что мы верим во Христа. И от нас требуют, чтобы мы были как мир. И нас ненавидят за то, что мы другие. Может быть, в нравственном смысле мы не намного совершеннее, чем мирские люди, но у нас всегда есть стремление исправиться. И христианин, каким бы грешным он ни был, он всегда грех называет его именем. Грех есть грех. А в современном обществе происходит легализация грехов. Когда грех, тот или иной, может объявляться нормой. И не так давно в Британии, в Англии, одна семья, муж и жена, они имели больного младенца. И они добивались, чтобы лечение продолжалось. Но врачи сказали, что лечение бессмысленно, и они отключат этого младенца от питания, и это называется эвтаназия. Эвтаназия. И эти люди отправились даже в Рим, в Ватикан. И они встретились с римским папой, который пообещал им перевести этого ребенка
в больницу Ватикана. Но когда эти родители прибывают в Британию и говорят, мы нашли тех, которые будут его лечить, им сказали, вы не имеете права это делать, вы причините страдания ребенку, и отключили волевым решением, несмотря на нежелание родителей, средства питания, и ребенок умирает. Это дикость. Мы живем в страшном мире. И смотрите, на чем строятся политические решения. На обмане, клевете, подтасовке. Какие-то белые каски там что-то снимают. А потом выясняется, что белые каски – это какие-то медиа от террористических организаций. Разыгрывают спектакль. И на основании этих фальшивых кадров там бомбят целую страну. И так происходит по всему миру. Ложь становится нормой поведения. Никто не ищет правды, и никто не хочет знать правду. Каждый поступает так, как считает правильным. А фальсификация используют для толпы, для того, чтобы как-то смирить их негодование, их протестное чувство. И самое страшное, что здесь сказано, что люди будут преданы и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями. Посмотрите, как разорвались отношения между Россией и Украиной. Мы всегда туда ездили, они всегда ездили к нам. А когда происходит разрыв, люди пытаются по телефону поговорить друг с другом. Кто-то звонит из Украины в Россию, кто-то из России в Украину. И они ругаются. Одни пребывают в очаровании одной иллюзии информационной, другие пребывают в очаровании другой иллюзии информационной. И брат начинает ненавидеть брата. Поносить, ругаться, спорить. И весь мир пребывает в таком ужасном состоянии. Родственники бросают нам в лицо вызов. Зачем ты ходишь в эту церковь? Зачем ты тратишь время? Воскресное утро – это очень благоприятное время для того, чтобы лежать в кровати и ничего не делать. Почему такую рань ты встаешь, куда ты едешь? Эта ситуация будет усиливаться вплоть до того, что будут убивать за одно имя христианина, как это уже происходит на Ближнем Востоке. Вот этот конфликт в Сирии. Кстати, лет 15-20 назад сами мусульмане российские ставили нам в пример Сирию как страну, где мирно сосуществуют христиане и ислам. Я это помню. А сейчас там христианам отрезают голову какой-то ИГИЛ, казнят монашек, казнят священников христианских, только по факту, что они монахини, только по факту, что это священники, только по факту, что это христиане. И это снимают на камеры, это показывают, чтобы устрашить других христиан, ведь цель террора – это устрашить тех, которые не были в водовороте самого террора, но они должны трепетать от страха. Поэтому смотрите 18 стих. Христос, сказав об этих трудностях, говорит, «Но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши». Да, это все ужасно. Да, это по-своему невыносимо, но и волос с головы вашей не пропадет. Ибо без воли Отца Небесного ни один волос с нашей головы не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Оказывается, терпение обладает спасительным воздействием. Терпение обладает спасительным воздействием. Как и сказано в Евангелии от Матфея, претерпевший до конца спасется. Поэтому Господь попускает нам быть иногда в водовороте этих трудностей,
с одной целью – усовершенствовать нас, чтобы мы не расслаблялись, чтобы мы не заражались спекуляциями этого мира, современного мира, чтобы мы продолжали верно служить Христу, и неважно, где мы живем – в России, на Украине, в Америке, в Западной Европе, в Австралии, в Новой Зеландии. Православные христиане – они везде православные христиане. И мы не делаем свой выбор между одной спекуляцией и другой, между одним информационным фейком и другим информационным фейком. Наш выбор сделан. Когда мы крестились, мы перед этим дунули и плюнули на дьявола и сочетовались со Христом. За многих из нас этот выбор сделали наши родители, когда мы были маленькими младенцами. Но став взрослыми и сохраняя верность православию, мы разделяем этот их выбор и благодарны им за то, что они позаботились о нас уже тогда, когда мы были беспомощные младенцы. Они поспешили нас покрестить. А многие из нас сподобились святого причастия, будучи еще не крещенными, когда младенец в чреве матери, она должна чаще причащаться. Это возможность для плода развиваться более органично в благодати. Как сказано в Библии, «Зародыш мой видели твои глаза, Господи». Господь созерцает творение от самого начала, от фазы зародыша до самого конца. Терпением вашим спасайте души ваши. Именно религия, религиозные чувства помогают нам проявлять терпение. Люди мира, они нетерпеливы, они взрывоопасны для окружающих и для самих себя. Они очень быстро вспыхивают и воспламеняются, как порох, как сухой-сухой порох. Для христианина вспылить – это непозволительная роскошь. Христианин – это человек, который терпением спасает свою собственную душу, а всплески эмоций обнаруживают, что, может быть, в некотором смысле мы еще плотские. Далее Христос говорит о последних днях. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отомщения, да исполнится все написанное». О чем это? Ну, понятно, что это пророчество о иудейской войне, о 70-х годах. Но по отношению к нам это о чем? Когда мы начинаем ощущать, что Иерусалим нашей души, нашей жизни окружается бесами, нам становится страшно. И Христос говорит: «Бегите в горы». А в какие горы мы побежим? Помните псалом: «Возвожу очи мои горам, откуда придет спасение мое». То есть, когда бесы легионами начинают хороводить вокруг града твоей и моей души, усилим молитвы, возвысим долу свой ум, свой разум, чтобы прославить Бога. И далее говорится: «Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле, и гнев на народ сей, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы. Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Что значит горе беременным? В применении, опять же, аллегорическом. Горе тем, которые еще не родились свыше, не разродились, у которых христианство в зачатке, как некий зародыш, который еще не сформировался, не способен к самостоятельной жизни, к отделению от
пуповины. Это действительно беда, когда христианин духовно не растет, духовно не развивается, не совершенствуется и не может принести плод подлинной жизни, зрелой и совершенной, в праведности и благочестии смиренного христианского духа. Но реально это, конечно, рассказывает о тех событиях, которые были, и в то же время эти слова обращены и к нам, потому что Иерусалим жизни каждого из нас окружается этими легионами. Некоторые верующие очень в смущении пребывают, когда становятся утром на молитву, какие-то блудные воспоминания, какие-то мысли, вечером становятся на молитву, опять какие-то блудные воспоминания, какие-то мысли, образы. Если молодой человек живет чувствами, которые очень остры в молодом теле, то человек в возрасте живет воспоминаниями тех чувств, которые он когда-то переживал. Отцы говорят, ты должен быть уверен в том, что эти воспоминания, даже эти чувства, они никак не могут повредить тебе, никак не могут препятствовать твоему спасению, если они и останутся воспоминаниями и чувствами, и не более того. Помните, как в Псалтире сказано, разбейте младенцев их о камни, и мы тоже часто касаемся этой темы. Имеется в виду, что надлежит прийти соблазном, как сказано в Новом Завете. То есть ничего необычного нету в том, что какие-то греховные воспоминания даже в храме могут проявиться у верующего человека. Но горе тем, через кого эти соблазны придут в мир, то есть реализуются в поступке, в деянии. Поэтому не будем смущаться этим воспоминаниям. И не будем даже их приписывать себе. Скорее всего, ассоциативно бесы вызывают в нашем сознании эти какие-то образы, картинки, как бесовские прилоги. Несмотря ни на что, продолжать усердие благочестивой жизни – это очень важно. Также по поводу молитвы. Василий Великий писал, ты никогда не сможешь сосредоточиться на молитве так, как это надо. Тебя всегда будет что-то отвлекать, но это не значит, что ты не молишься. Ты делай всякую правду, утром читай утренние молитвы, вечером вечерние, и Господь позаботится о тебе. Господь позаботится о тебе. А если все время ты будешь приходить в уныние от того, что какие-то мысли тебя отвлекают, какие-то настроения тебя отвлекают. Да, конечно, очень важно сосредоточиться, но не всегда это получается. И Василий Великий пишет, да, а у кого это получается? Как и Макарий Египетский сказал, не доверяй плоти, пока она во гроб не ляжет. Поэтому вот все эти соблазны, как жужжание мух над твоей головой, не обращай внимания, твори Иисусову молитву в глубине своего сердца. Старайся изучать Писание, исследовать Писание, ибо через них мы имеем жизнь вечную. Участвуй в таинствах церкви, в общественном богослужении. Вот это имеет значение. А если мы все время будем приходить в уныние, я никак не могу сосредоточиться, говорил мне один мужчина. Причем он сказал так, когда я не молюсь, у меня никаких греховных мыслей нету. Ну, есть там мысли по работе, там, по поводу каких-то дел. Как только я начинаю молиться, читать Писание, все это сразу появляется. Так это должно, наоборот, показывать нам, что мы действуем в правильном направлении, а дьявол из зависти посылает нам, подсовывает эти образы. И мы не должны на это обращать внимание. Потому что большее значение имеет то, что мы не даем этим помыслам реализоваться в поступке. Мы разбиваем эти греховные помыслы в их младенческом состоянии, а камень веры – это сам Христос. Он – краеугольный камень нашего
исповедания. Поэтому, хотя эти легионы войск окружают нас, тот, кто с нами, он больше того, кто в мире. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. А в нашем случае, когда окончатся времена язычников? Когда полное умиротворение? Времена язычников – это времена юности и молодости, когда человек живет именно плотскими чувствами и переживаниями. А старость помогает нам преодолевать времена язычников. В старости похотливость переживает некое остужение. В старости, в преклонном возрасте, страстность гаснет, и человек переживает некое умиротворение самим собою и с Богом. Один врач, реаниматолог, говорил мне, что когда человек смертельно болен, он очень волнуется. Но когда приближается сама смерть, как будто какая-то анестезия ему дается. Он уже не испытывает страха. Он даже с любопытством как бы вглядывается в то, что происходит. Он начинает смотреть в одну сторону, в другую. Поэтому времена язычников – это наша молодость. От юности борют нас многие страсти, сказано. Иов многострадальный восклицает: «Кости мои напоены грехами юности моей, и вместе со мной хотят лечь в могилу». Эти грехи юности, они все время хотят нас нагнать и нанести предательский удар в спину. Но мы не можем жить прошлым. И не надо жить греховным прошлым. Ибо неблагонадежен для Царствия Божия тот, который, взявшись за плуг, оборачивается назад. Все время вспоминает то, что было. Да, бесы нам нашепчут и другие воспоминания, но не стоит на это обращать внимание. Довольно для каждого дня своей заботы. Поэтому будем организовывать так свою духовную жизнь, чтобы каждый день наполнять подлинно религиозным смыслом и не смущаться от этих легионов, тысячи тысяч, которые окружают Иерусалим, твоей и моей души. И далее Христос говорит о пришествии своем. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится». Что значит знамения в солнце, луне и звездах? Солнце – это самая великая такая величина среди светильников небесных. Луна поменьше, звезды еще поменьше. Но в Писании говорится о том, что князья, по-еврейски сарим, это как звезды. Солнце – это как царь, луна – как царица, а звезды – князья. То есть смятение будет во власти, когда вся власть от политической, светской до религиозной будет в состоянии некой стагнации. Будут процессы разоблачений, взаимных обличений, обид, и звезды спадут с неба. Треть звезд спадет с неба. А на земле уныние народов и недоумение. Почему уныние и недоумение? Люди думают, если там так все плохо, то как же у нас, как же мы вообще будем выживать? На самом деле все мы, и наши правители, и духовенство, и миряне, и простой народ
нуждаемся в спасении во Христе и со Христом. Ибо мы кто-то или что-то во Христе, и мы никто и ничто без Христа. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную, ибо силы небесные поколеблются, поколеблются все. Посмотрите, Европа, она убирает распятия из школ, из больниц, запрещают открыто носить крест, и процесс апостасии, он коснется всего мира, когда христианскую веру будут изгонять отовсюду. И люди будут в страхе ожидания бедствий, грядущих на Вселенную, ибо силы небесные поколеблются. То есть столпы этого мира, они придут в движение от некой неустойчивости, нравственной, моральной неустойчивости. И все это делается с одной целью. Почему средства массовой информации с такой бесовской последовательностью, они сливают всех и вся. И президентов своих там сливают, и сливают ученых, и сливают военных, да все подряд, любые формы власти. И пытаются очернить духовенство. Цель одна – расчистить путь для одной личности. И эта личность – сын дьявола, антихрист, который должен выглядеть абсолютно идеальным, как говорят, святее Папы Римского, чтобы он устраивал всех. Потому что в каждом политике мы начинаем видеть какие-то изъяны, постоянный обмен компроматами. Одна только цель – расчистить дорогу для идеального человека, которым будет этот ужасный антихрист, порождение дьявола. Они как бы зачищают площадку под его пьедестал, чтобы он занял подходящее место, очаровав всех, потому что он будет великий обманщик. И далее говорится: «И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силы и славы великой». Пришествие Христа – это будет поражение царства Антихриста. Итак, Сын Человеческий будет грядущим на облаке. Что означает облако? Пришествие Христа, отцы объясняют, будет не без милости. Облако в странах Ближнего Востока, где жили в основном святые отцы, это символ Божьей милости. Господь дождик послал. Вот мы, северяне, этого не понимаем. Для нас облака, мы устаем от этих облаков на небе. А вот там, где жили отцы, там, где Христос произносил свои наставления, там облако – это всегда милость. И когда человек видит облако, он благодарит Бога за это облако. И если говорится, что пришествие Христа будет как пришествие грядущего на облаке, то есть суд будет не без милости, не без милости, силою и славой великой. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь, то есть сначала будет очень страшно, очень тяжело, такое угнетенное состояние. Тогда восклонитесь и поднимите головы ваши. Претерпевший до конца спасется. И поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Конец света, на самом деле, это начало другого мира, нового мира, Царствие Божие во Христе и со Христом. Как сказано у пророка Исаии, солнце будет светить 7 раз ярче, луна будет светить, как солнце, будет новая земля, новое небо и новый Иерусалим, город, сходящий от Бога с небес. И мы восстанем в новых телах, а те, которые доживут до этого момента, они изменятся, и все будем в полноту возраста Христова, 33,5 года.
приближается избавление ваше, говорит Христос. И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то видно это. Знаете сами, что уже близко лето. Действительно, весной мы видим, вот сейчас весна, как приближается лето, как набухают почки, как появляется свежая листва. А лето Божие – это один день, который, начавшись с пришествием Христа, будет незакатным днем. Он уже никогда не прекратится. Знаете сами, что уже близко лето, так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Для людей этого мира военные конфликты, голод, землетрясения, новые болезни – это ужасная гибель. Да, мы тоже переживаем все это с трепетом, но мы знаем, что за всем этим наступит божественная реальность. Когда люди окончательно скомпрометируют себя, Господь сам войдет в реальность нашего мира и изменит этот мир. Поэтому терпение мы проявляем на время. На время, когда надо вытерпеть, претерпеть до конца, а потом, восклонившись, мы поднимем головы. Тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Сказав о смоковнице, Христос добавил: так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. И далее: истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет, небо и земля придут, но слова мои не придут. Род сей – это люди нового мира. Новый мир, христианский мир, начинается в день Святой Пятидесятницы и продолжается до второго пришествия Христа. Иначе это время называется Тысячелетие Христово, которое начинается, когда Христос на кресте говорит «свершилось», то есть свершилось пленение дьявола, и продолжается до апостасии. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягощались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Действительно, мы должны во всем проявлять сдержанность в чувствах, в поступках, сдержанность в питании, в питье, во всем, в чем только сможем, чтобы бодрствовать, чтобы не расслабляться. Сказано далее: «Ибо он, как сеть, как тать, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Оказывается, эти бедствия, они грядут на этот мир, чтобы очистить этот мир, уничтожить этот мир. Но верующие смогут каким-то удивительным образом пройти через все это и предстать перед Сыном Человеческим. Эта волна как-то пронесется над нами. Да, конечно, многие погибнут из христиан, но они станут мучениками. То есть они совершат служение, в котором человек без остатка отдает себя Богу, сохраняя верность Христу и Святому Евангелию. И последние слова. «Днем он учил в храме, а ночью, выходя, проводил на горе, называемой Илионской, и весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его». Смотрите, Христос призывает нас к сдержанности: не отягчайтесь объедением, пьянством, заботами житейскими, и как пример являет свой образ жизни. Днем он учил в храме, а ночи,
выходя, проводил на горе, называемой Леонской, то есть ночи пребывал в молитве. И молениях, научая нас такой же духовной жизни, насколько это возможно для нас, и в той мере, в какой позволят наши силы, которые Господь поддержит, если возникнет такая необходимость. И последнее, что можно добавить, если мы вспомним описание молитвы Христа в Гефсимании, то он молился, чтобы те дни сократились, помните? Он молился в Гефсимании, чтобы дни последних искушений, они сократились. А как они могут сократиться, если мы точно знаем, что царство Антихриста 3,5 года? Пожилые люди понимают, как это может произойти. Пожилые люди прямо говорят, время как-то ускоряется. Сократились в том смысле, да, это будут те же самые 3,5 года, но для верующих они пролетят так быстро, потому что нетерпение ожидания, мы ждем Христа, оно поможет нам преодолеть годину искушений. Среди нас есть такие братья и сестры, которые с большим напряжением ждут пришествия Антихриста. Но нам эта тема не очень интересна. Мы ждем Христа в Его пришествии. Среди нас есть братья и сестры, которые очень изучают, что такое печать Антихриста. Но нас больше интересует, что такое печать Божия, о которой говорится в 7 главе книги Откровения Иоанна Богослова, что верующие будут иметь печать. И мы знаем, что эта печать есть святое миропомазание, когда мы, запечатленные Духом Святым, научаемся Духом Святым, особенно в самые трудные времена, как Христос и говорил, когда начнутся гонения, когда вас поведут пред царями и правителями, не думайте, что говорить, сам Дух будет подсказывать вам, что говорить.